Хорошо выглядят. Смотрите, какие ногти. Всем привет! Это Чирён. Мы на съемочной площадке нашего 6-го мини-альбома. Мы одеты в черную кожаную одежду. Общее настроение очень циничное, стильное и холодное. Это настроение наших съемок. Я сегодня выгляжу стильно. Пока! Спасибо. Я не красила волосы. И я могу их снять. Посмотрим, как это будет выглядеть. Я выгляжу немного бледной. Концепция Чешира выглядит немного пугающе. Прям как Эдвард руки-ножницы. Крутой, но очень бледный. Выражение лица страшное. Ого, прям как киборг. Иногда, когда ты сонная, это выглядит страшно. Джису страшная, когда сонная. Ты здесь похожа на кого-то. Чирён выглядит красиво. Я так старалась не показывать свой живот. Раз, два, три. Теперь что-нибудь милое. Спасибо. Спасибо. Я подумала, что темные волосы с челкой будут хорошо смотреться. И результат соответствует образу, который был у меня в голове. Я довольна. Крупный план передает эту атмосферу.
И на мой взгляд, это мило. Я так рада. В цветных линзах я ведь правда похожа на кошку. Сегодня. Привет, привет. Я видел в интернете. Ниндзя обсуждали, что прошло всего 3 месяца с последнего камбэка. А они уже соскучились по нам. Но это ненадолго. Мы выпустим Boys Like You и поедем в заграничный тур. А потом будет выпущен альбом. Время летит очень быстро. Но кажется, в этом году мы используем его с умом. Я постригла челку. Смотрите, что еще есть. Красиво. О, как близко. Рюджин вернул свой рву на Би. Меня аж передергивает, когда я тебя вижу. Такое ощущение, что мы вернулись назад во времени. Даже длина волос похожа. Так сильно увеличена, что видно только твои ноздри. Я пошла делать маникюр. Пока. Привет. Разве ногти не красивые? Мне нравятся прозрачные ногти. Нравится, когда они выглядят пластиковыми. Каждый раз, когда я делаю маникюр, Чирён говорит мне: «Лия, ну они же правда выглядят искусственными». А я такая: «Ну и что, они мне нравятся». Я правда люблю такие. Разве не милые? Они очень милые. Когда я двигаю ногой, выглядят как лапа животного. Сегодня у меня полураспущенный хвостик. В этой штучке вся прелесть. И мои детские волосы на месте. Сегодня это моя прическа. Я пошла на съемку. И сегодня у меня розовые линзы. Пока. Как вам? Мне нравится мой наряд. Если бы я была студенткой колледжа, я бы часто ходила в такой одежде. Это образ, который был у меня в голове. Так что я правда довольна. Мне нравится ощущение от челки. Мой лоб немного щекотит. Он чешется, и я такая: интересно, почему? А потом вспоминаю, что у меня челка. Я ношу линзы, которые выбрала для меня Юна. У нас с ней обратная связь. Мы почти закончили съемку. Спасибо, что сделала со мной отличные фотографии. Мне нравятся те, что в шляпке. Вот это выглядит хорошо. Аригато. Она действительно похожа на Чешира. Чирён отлично выглядит на черно-белых фотографиях. Вот это очень красивое. А вот это вот. Эта поза правда новая. Вот это милое. Вот и здесь.
Это напоминает Арубу Наби. Здесь такая крутая. Лия отлично выглядит. Такая красивая. Это родинка? Да, у меня родинка. Что мы должны сказать? Тебе очень идут короткие волосы. На групповую съемку. Сейчас начнется съемка. Только что завершилась фотосессия обложки нашего 6-го мини-альбома. Это уже наш 6-й мини-альбом. Так быстро. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы выпустили Sneakers. Но еще у нас были Boys Like You и бла-бла-бла. И сейчас мы усердно готовимся к следующему корейскому альбому. Кажется, съемки прошли хорошо. Я так взволнована. У нас было два концепта. И у каждого было свое очарование. Я думаю, что сегодня все выглядело великолепно. Обе атмосферы были очаровательными и харизматичными. Я тоже так думаю. В этом и заключается девиз «Все в нас». В этом альбоме действительно «All in us». В любом случае, Мидзи, вы очень скоро увидите наш 6-й мини-альбом. Пожалуйста, подарите ему очень много любви. Чешир скоро выйдет. Пока!